куда мы так идем, к хунте какой-то, что ли, к военной, непонятно. Мы 30 лет строили демократическую Россию, и что мы построили в итоге? Тоталитарное полицейское государство? Я с этим категорически не согласен. Получается, что любую встречу сотрудник полиции может трактовать как митинг и наказывать ни в чем не виновных граждан, ни в чем не виновных организаторов и депутатов в том числе. А тогда нужно задавать вопрос, а по каким законам мы живем? Конституция Российской Федерации это позволяет, закон Российской Федерации это позволяет, статус депутата позволяет, а полиция это все трактует как незаконные действия. Тут нужно вопросы задавать полиции. Кто им дал такое задание заниматься полицейщиной вот такой, вот, и вмешиваться в деятельность депутата, и мешать исполнению своих полномочий. Если они это делают самостоятельно, значит, для этого есть структуры, которые контролируют деятельность полиции, УСБ, прокуратура и так далее. Если им кто-то приказал, значит, нужно разговаривать с тем чиновником, который дает незаконные приказы полиции, и они, конечно, обязаны подчиняться, но с этим вопросом все равно надо разбираться. Раз они подчинились, выполнили незаконные требования, второй раз подчинились. Мы же не спорили, когда в 90-х годах у Компартии действительно позиции были слабее, чем сейчас. Мы не спорили, мы проиграли, да, мы были недовольны, но мы не спорили и в суды не обращались. Потому что мы понимали, что такая ситуация, что рейтинг партии, ну, скажем так, относительно соответствует. Сейчас другая ситуация, но чиновники привыкли работать бесконтрольно. Им не хочется отвечать. А вот людей куда-то забрать, тут они это делают быстро. Я разговаривал с одним высокопоставленным сотрудником полиции, он мне сказал интересную вещь. Николай Григорьевич, мы, говорит, тебя сейчас задержим. Я говорю, по какой причине? Ну, причину найдем. Я говорю, ну, потом придется извиняться, вы будете неправы. Ну и что? Наша задача – сорвать ваше мероприятие. А потом мы можем извиниться. Но мы ваше мероприятие сорвем. Это пройдет разбирательство, пока вас не будет там 3, 4, 5 часов. Вот. А потом, ничего страшного, наша задача – сорвать ваше мероприятие. Вот как говорят некоторые сотрудники полиции. Значит, их кто-то на это сподвигает. Я не думаю, что добровольно.